Ну что, нас ждет крутой челлендж. Ого, обожаю синий цвет. Погнали! Всем привет! Добро пожаловать на Мультидо. Вау! Ничего себе, мне досталось вкусное кольцо. А мне какой-то тюбик. Не знаю, что с ним делать. Надеюсь, внутри него что-то вкусное. Ой, почему так трудно? Никак не получается. Бетти, мне нужна твоя помощь. Давай же! Что бы ты без меня делала? Наконец-то! Неужели я попробую что-то вкусное? Это потрясающе! Ух, пришла моя очередь посмотреть, какое колечко мне досталось. Думаю, оно меня преобразит. Вот это да! Я представляю, как принц будет делать мне предложение с этим кольцом на берегу моря. Это так романтично! Что происходит? What? Ты знала, что это кольцо очень вкусное? Ты что делаешь? Ты испортила мои мечты! Что? А ну вернись! Ой-ой, мне пора! Кажется, мне снова досталось что-то непонятное. А у меня пистолет! Руки вверх! Бетти, перестань. Лучше я поскорее попробую, что за сироп достался мне в этот раз. Ой, какая кислятина! Нужно срочно это заесть чем-то вкусным. Ничего себе! Кислый сироп и сладкие конфетки. Звучит не очень круто. Ты так говоришь, потому что мне завидуешь. Но на самом деле ты никогда в жизни ничего вкуснее не пробовала. Вау! Это невероятно вкусно. Верх кулинарного мастерства. А еще благодаря конфеткам мой язычок такой же синий, как наша комната. Интересно, а что за пистолет достался мне? Ой, я-то тут при чем? О нет, ранение в голову, я падаю. Вот это да, не думала, что конфетный пистолет может такое сотворить. Мэри, ты где? Он может сделать кое-что большее. Так что сиди и не шевелись, или я тебя застрелю. Хорошо, хорошо, сижу и не двигаюсь. Так, я не поняла, в чем проблема. Хотя, знаешь, я не против. Это же конфеты, так что я даже рада быть обстреленной ими. Вот это да! Вкуснотища! Ты что, съела все конфетки? Ну, знаешь. А ну отдай, я тоже хочу. Ай! Моя любимая Хуба-Буба. А у меня какая-то странная бутылочка. Кажется, она умеет брызгать. Ничего себе! Вот это заряд! Больно же! Теперь из-за твоей жижи у меня все глаза щиплет. Ну, прости, я же не специально. Ого! А эта жижа оказалась вкусной! Вау! Тут еще и конфетка есть! Красота! Что? Уже закончилось? Ну вот, ее слишком мало. Пока ты играешь со своей брызгалкой, я буду лопать жвачку. А потом покажу тебе очень крутой пузырь. Ничего себе, сколько жвачки! Тут и мне хватит.
Как же это вкусно! Что? Бетти, держись подальше от моей жвачки. Лучше смотри и учись, как нужно надувать пузыри. О, да, ты настоящий мастер! Просто не повезло. Сейчас все будет. Может, я пойду? Позовешь меня, когда получится. Смотри, смотри, сейчас будет. Вот это да! Ух ты! Ты не только жвачки, ты еще и голову надувать умеешь. Что мне теперь делать? У меня будто голова 3 тонны весит. Чем тяжелее голова, тем легче падать. Машинка и опять какая-то жижа. Странные вкусняшки. Мне тоже достался какой-то пузырек. Интересно, а что внутри? Может, желе? Или вкусный сок? Мэри, не страдай ерундой! Пахнет приятно! Вот это да! Я и не думала, что это настолько вкусно! И, кстати, это еще не все! Внутри бутылки спрятаны синие шарики, в которые можно опускать леденец. Попробуем. О, да! Восхитительное сочетание вкусов. А здесь у нас, наверное, сахарная пудра. Ой, нет! Это что-то очень кислое! Пожалуй, я обойдусь шариками. А где они? Не знаю, я не трогала. Мэри, ты совсем что ли? Да как тебе не стыдно, воровка? Да ладно тебе, мы же подруги. А подруги должны делиться вкусняшками. У тебя своя вкусняшка есть. Да, кстати, сейчас узнаем, что досталось мне. Ой, странно. Кажется, я выпила мыльные пузыри. Надо же, как здорово! Бесплатное мыльное шоу! Теперь я поняла, зачем мне машинка. С ее помощью можно сделать кучу красивых пузырей. Вау! Вот это да! Здорово! Какая красота! Хочу поймать каждый! Я же говорила, Бетти, жадность до добра не доводит. Мне вновь досталось что-то интересное. А у меня унитаз. Выглядит совсем неаппетитно. Бедняжка Мэри, ты пока готовься морально, а я пока попробую свой вкусный шприц. Совсем невкусно! Кислятина! Ох, Белла, видела бы ты свое лицо! А ты знаешь, что на обратной стороне есть леденец? Леденец? Точно! Получается, что это не просто кислятина, а очень даже вкусная конфетка! А у меня, кстати, тоже есть леденец! Предлагаю чокнуться! Интересно, а что меня ждет внутри унитаза? Вот это да! И что это такое? Так, сейчас я это узнаю. О, да! Это очень вкусная сахарная посыпка. Вкусная, говоришь? Тогда она и мне нужна. Нет, там ее и так слишком мало, поэтому я не хочу ни с кем делиться. Значит так, Мэри? Тогда ты будешь есть леденцы своим носом. О, нет! Ты что наделала? А как я буду дышать? Помогите! Спасите! И верните мне мои леденцы! Кошмар! Да уж, Мэри, с тобой не соскучишься. Все-таки я обожаю синий цвет.
На Мультидо вас всегда будут ждать вкусные и очень яркие челленджи. Пиши в комментариях свой любимый цвет. И, возможно, в следующих видео наши герои попробуют еду именно этого цвета. Ну а пока, пока!